чуть тише, пожалуйста, брат. Спасибо. Привет, друзья, здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать одно из самых красивейших мест на моем путешествии и в Черногории, в частности. За моей спиной остров под названием Свети Стефан. Посмотрите, как он красиво смотрится на закате. Это частный остров, туда ходят организованные экскурсии. И как мне только что рассказал один мой новый местный друг, этот остров, как и часть побережья рядом с ним, принадлежит английской королевской семье. И там даже есть рядышком специальный пляж, он так и называется Королев пляж, то есть королевский пляж. Я правильно сказал? Примерно так, да. Но я не авторизованный эксперт. Ничего страшного. Будут вопросы, комментарии, пишите внизу, пожалуйста, под этим роликом, если есть какие-то соображения, идеи. Я могу ошибаться, я не спорю, я пока еще не работаю здесь гидом. Но время покажет. Я уже второй месяц нахожусь в Черногории. Это очень красивая страна. И здесь много островов. И потрясающее море с замечательными животными. И иногда очень добрыми людьми. Вот, друзья. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментировать хорошими словами, нажать на колокольчик и поделиться этим роликом с друзьями. Впереди много интересного. Путешествуйте, радуйте жизни. И увидимся на краю света. Спасибо за просмотр. Да? Рассказывайте, пожалуйста. Черногория — это просто неимоверно красивая страна. Для меня это у них, вот я живу на побережье. Для меня сочетание гор. Чуть громче. Моря. Для меня сочетание моря и гор — это как бы воздух детства. Я вырос вот в таком климате. Да. Это просто невероятно красиво, очень вкусно. И да. Благодаря нашей деятельности становится еще и интересно. Еще и не очень дорого. Да. По сравнению с Лазурным берегом, например, все да? Все вступайте в ФБР. ФБР. Резидентом ФБР может стать каждый федерация балканского регионе. Это то, что вам надо. Так. Мы базируемся в Черногории. А что это у нас за два острова? Какой красивый вид мелкие, открывается. Мелкие островки. Да. Кстати, это Адриатическое море, и оно является частью Средиземного. И мы двигаемся от города Будва в сторону города Бар. Да. Петровац. Что интересно, товарищ Петров приехал в город Петровац. Так что это практически моя родина. Друзья, сейчас у нас будет... Можно чуть паузу сделать, маленькую паузу. Как называются эти два острова? Я не знаю. Не знаешь, да? Да. Сейчас давай отъедем туда, где нет рабочих. Давай. Вступайте в Федерацию Балканского Реги, сокращенно ФБР. ФБР 108. Правильно, да? ФБР 108. ФБР 108. Черногория вступила в НАТО, и здесь появился ФБР. Да? Совпадение? Не думаю. Мы занимаемся живой музыкой в Черногории с 2012 года. Да, поэтому если вы любите музыку регги, если вы любите красоту, можно окошко так я опущу чуть-чуть, а то я надышал, то приезжайте сюда, и вам здесь понравится. Не забудьте также подписаться на этот канал, ставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик, поделиться с друзьями и оставить какие-нибудь теплые комментарии. Впереди много интересного, друзья. Всех целую, обнимаю. Увидимся на краю света. Пока-пока. А я ключами сели в обратно.
Thank you.
друзья, ну вот и подошла к концу наша прогулка по Порто Монтенегро. Поэтому по традиции подписываемся на канал, ставим лайки. До новых встреч. Всем пока.